Обильный апрельский снегопад снова прошел сегодня в Улан-Удэ. Комбинат по благоустройству с вечера подготовил всю необходимую технику, что позволило незамедлительно приступить к работам. В настоящее время на городские улицы высыпано более 600 тонн песка. Для сравнения, на устранение обычного снегопада за сутки уходит 400 тонн. На ликвидацию последствий снегопада было задействовано 27 единиц техники. Также уборщики территории начали ручную подсыпку и очистку остановок, тротуаров и лестниц с 6 утра. В первую очередь силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрестки, а также пешеходные дорожки. Также с утра было организовано временное дежурство на труднодоступных местах для оперативной подсыпки, чтобы избежать пробок и аварий. Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината 379-646-380-838.